Уже более 15 тысяч семей получили выплаты на детей в возрасте до 3 лет, введенные президентом страны Владимиром Путиным. Таковы данные статистики по Тверской области, озвученные журналистам на пресс-конференции. При этом в ведомстве отмечают, что в массе своей люди для получения денег прибегают к помощи портала госуслуг. Начиная с 11 мая по 5 тысяч рублей на ребенка могут получать все семьи, где есть дети в возрасте до 3 лет, родившиеся в период с 1 апреля 2017 по 30 июня 2020 года. То же самое касается усыновленных малышей. Всего в Тверской области правом на эти деньги воспользовались более 15 тысяч семей. При этом одной из проблем стало установление факта наличия СНИЛС. СНИЛСы детям присваиваются как по сведениям ЗАГС, пенсионным фондом, по поступившим. Также можно обратиться с заявлением о получении СНИЛС на ребенка в территориальные органы пенсионного фонда. Уточнить, есть ли уже СНИЛС у ребенка и как его получить, можно по телефону единого контакт-центра 45 20 80. То же самое касается и разовой выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей постарше. Здесь тоже понадобится СНИЛС ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. В пенсионном фонде отмечают, что абсолютное большинство заявлений поступает через сайт госуслуг. Комментируя сообщения о многочисленных случаях сбоев в его работе, в ведомстве утешают граждан тем, что времени еще много. В принципе, время подать заявление есть. Это будет приниматься заявление до 1 октября, и выплата будет произведена там 5 рабочих дней на принятие решения, 3 дня на перечисление. То есть можно не спешить подать заявление через неделю, через 2, и также получить все выплаты. Всего в Тверской области насчитывается 181 тысяча детей, которым в период с 11 мая по 30 июня текущего года будет от 3 до 16 лет. Так что работы у сотрудников пенсионного фонда по приемке документов или выдаче того же СНИЛС еще предостаточно. Граждан просят не волноваться и заверяют, что все положенные выплаты они обязательно получат. Ну а мы со своей стороны за этим обязательно проследим.